Оля? Привет. Давай, поздороваемся. Как твои дела? Нормально? Опять играешь, что-то скачиваешь? Разбираешься? Эта встреча с 8-летним Толей Кацыным, пожалуй, самая важная. Нужно обсудить долгожданное открытие интернет-магазина. Фотографии сувениров с рисунками мальчика загружены, цены определены. Теперь родители Толи постигают нюансы. Как принять заказ и как его оформить? Разобраться с наскока не так-то просто. Так, права админа у меня будут же, да? Да, я вот именно файлик скопировал с паролями. Я сейчас адрес входа непосредственно в админку пишу. Над названием интернет-магазина долго не думали. Лаконичные подарки от Толи раскрывает всю суть нашего проекта. Хочешь сделать подарок родным и близким – купи сувенир от Толи. Сделай приятное любимым людям, а заодно поддержи мальчика с непростым диагнозом. На тарелках, кружках, футболках, сумках и магнитах – любимые рисунки ребенка. Магазин устроен, как и большинство других. Выбираешь приглянувшийся подарок и добавляешь в корзину. Затем нужно указать контакты и выбрать способ доставки. Товар можно оплатить наличными непосредственно при получении, либо в случае онлайн-оплаты сделать перевод на расчетный счет Толи. Реквизиты счета будут указаны непосредственно при оформлении заказа на сайте. Адрес магазина привязан к названию нашего проекта – toля.daridobro.tv. Перейти к покупкам можно и на портале «Дари добро», кликнув на баннер магазина, а также позвонив по указанному на сайте телефону. Толя и его семья обещают ответить всем откликнувшимся. Ваша поддержка очень важна. Дарите добро, дарите тепло, дарите внимание. Артем Курчава, Алексей Гусев. Новости.